Всем привет из Сочи! И вот у нас очередной розыгрыш со спонсором оптовой базы на переулке Промышленном 4. Мы разыграем вот эту замечательную мультифлорку вот от такой фирмы. Такой фирмы мы еще не разыгрывали, не было такой фирмы пока у нас еще. Очень-очень ароматную красоточку, замечательную, на три цвета носа. Сейчас покажу ее, поверну. Здесь еще от фирмы есть вот такая штучка. Орхидейка просто замечательная. Посмотрите на ее губу. Она сначала красная, потом цвет фуксии, потом белая. Сама, блин, такая вся в точечку. Мелкую-мелкую, как напыление. Очень красивая орхидея. С хорошей взрослой розеточкой. И, как я уже сказала, тремя цветоносами. Надеюсь, она раскроет все цветочки. Даже те цветочки, которые есть, замечательно-замечательно пахнут. Просто-просто шикарно пахнут. Сейчас вот так поверну. Пока я собралась снимать, солнышко спряталось. Но я думаю, даже при таком освещении видно, что эта орхидея очень красивая. Жалко, нельзя передать ее аромат. Аромат действительно замечательный, шикарный, неповторимый. Такая красота у нас первый раз завезли. И поэтому, конечно, было бы очень неправильно не разыграть ее. Поэтому оптовая компания нам предоставила эту красоту на розыгрыш. И мы ее разыграем через неделю. Сейчас немножко убегает. Правила простые. Надо быть подписанным на мой канал. И в комментариях под роликом написать «Я участник» и указать, из какого вы города. Ничего сложного не надо. Все очень просто. Смотрите, только-только начал раскрываться, и уже какой яркий. И разыграем мы эту красоту 15 мая. Это у нас, как обычно, суббота. В 18:00 состоится розыгрыш вот этой вот красоточки. А пока я буду вдыхать вот этот чудесный аромат. Аромат действительно очень такой приятный, не терпкий, не сладкий. Лимончик с чем-то таким очень приятным. И аромат достаточно сильный. То есть на 1,5–2 метра я занесла ее в комнату. И почти на всю комнату сразу он начала ароматить. Такой ненавязчивый аромат. Действительно очень приятный. Так что жду всех на розыгрыш. Не могу оторваться от этой красоты. Надеюсь, когда будем разыгрывать, будет солнышко, и я еще раз покажу ее в солнечных лучах, вот эту красоту. И надеюсь, побольше распустится цветочков. Очень хочется, потому что замечательная мультифлора. Посмотрите, ответвление, много бутончиков. И я надеюсь, они все раскроются. Цветочек я померила почти 5 сантиметров. Так что она не очень маленькая, но очень замечательная.